Ще. Друзі, а з Бога капіталу, поїхали! Случай в дитячому саду. О, Сереженька. Здравствуй, Сереженька. Сказочку мне расскажи. Сказочку рассказать? Ну, ладно. В 30-м государстве жила-была принцесса. И приехал за ней принц на белом коне. Бросил ее на кровать. Снял с нее кружевную белью. А, Сереженька, привет, Сереженька. Ой, что? А, сказочка, да, конечно, сказочка, Сереженька, конечно. Забросил ее на своего белого коня, вывез в лес, снял с нее кружевное белье и потом... Что, в конце концов? Я Антонина Семеновна, твоя воспитательница, а у воспитательницы 3 года секса не было. Не было 3 года, муж в плавание как ушел, все. Меня. Что? Мне 8 лет! У меня 8 лет секса не было! И еще 7 не будет! Вот это проблема! Это проблема, да! Друзья, новость! С помощью батута! Сомалийские пираты начали захватывать самолеты. Случай в семье Валуевых. Утро. Котик. Представляете, если бы она раньше проснулась? Выборча реклама! Янукович Турин. Янукович Турин. Янукович. Мистер Президент, Янукович, to you. Ну шо вы, Юля, так же? Через другий тур, підемте. Я працював, А у нас в хлебном магазине продавщица красными стрингами нарезает себе булки. Итак, смотрим. А у нас чемпионат по самому длинному стону. Здравствуйте, друзья! Это чемпионат по самому длинному стону. Итак, сегодня представлены... Финал, друзья, финал. Сегодня представлены чемпион прошлого года по самому длинному охи-ахи Александру и претендент Максим. Ну что ж, начнем с Александра. Что, Юля, и тут програла, да?
секс по телефону во время гриппа. Алло? Алло. Это секс по телефону? Это секс по телефону. Ну начинай же. Я хочу вам предложить новую нашу акцию «Секс по телефону во время гриппа». Я вижу, вы согласны. Итак, я снимаю марлевую повязку. Смазываю нос аксетилиновой мазью. Срываю с себя горчичники. Горчичники! Выпиваю 150 грамм доктора Мома залпом. Мой любимый Мом! Забиваю это все Тамифлю. Тамифлю! Достаю свою ампулу. Ампулу! Ты выздоравливаешь? Я выздоравливаю, я выздоровел. Люблю. Люблю. Друзья, украинские ученые математики наконец-то вывели корень женьшеня. А сейчас нашумевший хит. Мы о нем много слышали. Сигаретная индустрия делает все, чтобы побольше пиарить сигареты. И вот их следующий шаг — сериал «Фильтруй базар». В главных ролях Анатолий Никотина, Джорджо Портсигарос, Карлито Папиросо и российская звезда Анна Курникова, режиссер Ян Табачник. Я знаю, что вы прячете опасного преступника Мальборо. Нет! Ну как же нет? Я видел его суперлегкое. Это его суперлегкое? Это суперлегкое Мальборо. Я знаю. Были ли у вас какие-нибудь такие случаи странные? Да, были. У нас на фабрике один гент палец полмал. И рыбу такую полмал. А что там с рыбой? Ну что, аллергия пошла. Аллергия? Да аллергия. Надо было ватрочку взять, так помочить аллергию ватрочкой. И все. Надо было? Но оно щипит, правда, чуть-чуть. Но ничего, если казак добрый, то... Казак, кстати, сприлук. Сприлук? Хорошо. А жена кто? Жена у него прима. В балете танцует. Понятно. Я, кстати, новость слышал. Все из парламента на море. Море, да. Да. Прям все. Ура! Ты что, тютюн? Ты сам тютюн! Так, надо рубить тебя же, наверное. А секиру забыл. Ты смотри, что же это сделать-то? Что же это сделать? Ладно, сейчас я что-то придумаю. Вот так и лежи, а я сейчас за секирой схожу. Да что же это такое? Вот вы как убегаете, да? Ну что ж, друзья, и в конце хотелось бы сказать, занимайтесь сексом с презервативами, зачем вам эти девушки?
Yeah.